Как идет экспедиция? Идет, что ей сделается? Уже на тундре я! Зачем? Вам же не по пути! Понимаешь, какая история? Я ж от проводов запитан, поэтому сильно нагрелся. Только это, волки за мной бегут, голодные, думают, я упаду. Ага, мясо жареное чуют. А откуда у вас жареное мясо? Я ж тебе говорю, нагрелся я! Стая человек 300. 300? Ну, 30. Какая разница? Нулем больше, нулем меньше. Он же все равно ноль. Ничего не значит. Так вот, 30 медведей и шатунов бежит. Это ж ужас какой-то. Вы же говорили волков. Ты, корреспондент, к словам-то не цепляйся. Волки, овцы. Я ж вниз головой еду. Уже 2 дня. Видно из этой позиции плохо. Василич, чего? Наливай, отметим это дело. С кем это вы? Да попутчик тут у меня. Егеря я подобрал. Он меня попросил его до райцентра подбросить. И корреспондент, не могу больше с тобой разговаривать, к нам гости. Какие гости? Да, Василич, договорился. Девчонок 2 местных подхватим. Ну, не в смысле 2 местных, они одноместные.